Продукты из линии Тату помогут вам с небывалой легкостью создать целый ряд уникальных декоративных эффектов, не требуя при этом больших затрат времени на нанесение множества слоев краски. Тату Ривела предлагает совершенно новую технику вуалирования стен. Путем нанесения текстурного базового слоя создается узор имитируемого материала, который с невиданной ранее реалистичностью позволяет создать эффект дерева, камня, древесной коры и огромного количества других натуральных материалов в самых разнообразных сочетаниях. Давайте посмотрим, как создается эффект секвойя. Нам понадобится продукты Impronte Top и Rivela, кисть Starlight, валик Impronte, шпатель секвойя, губка Rivela Mezzaluna. Подготовим поверхность путем нанесения Impronte Top при помощи кисти, для того чтобы создать базовый слой толщиной 2-3 мм. После нанесения базового слоя на еще не высохшей поверхности с помощью шпателя секвойя необходимо создать рельеф древесной коры. После полного высыхания базового слоя, 6-8 часов, приступаем к нанесению отделки Rivela. В этом случае используем валик, а затем губку, для того чтобы удалить излишки продукта. И вот перед нами конечный результат. Создается впечатление, что стена покрыта настоящей, живой древесной корой. Такая отделка может прекрасно подойти для декорирования самых разнообразных интерьеров. Это еще одно волшебное преображение, созданное за короткое время с помощью текстурной отделки Tattoo Rivela. Tattoo – творчество без границ.